Умиротворяющие пейзажи средней полосы, звонкие цвета осени на Байкале, соленый воздух, стирающие границы морских видов. Эти этюды Леонид Иванович написал еще в студенчестве, когда учился в Курском художественно-графическом училище, а потом и в Харьковском институте. Организаторы выставки говорят, что именно небольшой формат этюда позволяет будущим живописцам понять, как из настроения и впечатления рождается произведение искусства. Это не просто развитие любви к искусству, это развитие чувств. Если ребенок один раз соприкоснулся с настоящим искусством, это остается уже на всю жизнь. И человек начинает развиваться стремительно в нужную сторону для того, чтобы получить человека умного, творческого, человека, который смотрит дальше, вперед, и, как говорится, глубже ощущает эту жизнь. Закончится выставка беседой с художником. Встречи с авторами картин в школе 27 становятся традицией. Недавно ученики общались с известным курским живописцем Николаем Меньшиковым.